теперь солнышко выглянуло, а то такие тяжелые прямо грозовые тучи были кругом, видите, вон, потому что на сегодня обещают или снег, или дождь, но я все равно ломанулся, дурной, да, блин, ну, вроде старый, я все равно, смотрите, прикольно, я дал большой круг по тайге, заблудился, как всегда, очень сильно мне помог старенький мобильник от моей дочери. Ну, у нас нет же мобильной связи, да? Но есть эта программка интересная, канадские топографические карты. И ни хера себе, я весь мокрый, пацаны. Блин, это нехорошо. Не простыть бы, а? Я еще в засидке хотел посидеть сегодня. Ага. И работает отлично. Посоветовал мне один парень, грибник заядлый. Ну, то есть вместо GPS, чем покупать какие-то безумные там за 300-500 баксов GPS, мы уже не говорим о дешевках, там, за 15-20 баксов, о китайских, которые помогают найти автомобиль твой на парковке там в крупном городе. Это не GPS, конечно, это дерьмо. Ну, а вот эта вот аппликуха, на удивление, работает. Она постоянно теряет связь, но это вырубаешь, включаешь и сразу находит и показывает. И очень она мне помогла. Я дал огромный круг по тайге, ушел интуитивно не туда. Вернее, ручей этот, сволочь, плывет не туда. Ну, в любом случае, я к нему вышел. Этот ручей, он связывает два очень интересных озера. И на этих озерах я люблю охотиться. Ну, и чем дальше уйдешь, тем лучше. И не сам ручей важен, хотя ручей... хорошая вещь в лесах. Почему? Потому что лось питается такой грубой пищей, и ему часто нужно пить. Ну, то есть доступ к воде нужен. Ага, это один аспект. А другой аспект, что вот такие ручьи, они часто разливаются по весне, и пойму такую заливает большую, видите, вот обширную. И вот так вот везде через тайгу идут вот такие поймы. И для лосей это, конечно, летом джаляо, просто рай земной. Видите, вон травки растут всякие разные. А если еще водоросля, потому что в некоторых местах ручей расширяется и образуются такие поймы, и там камыш растет, и все на свете. Ну и прикольно еще что то, что, смотрите, вдоль ручья какие дерева растут. Ну смотри, какие красавцы, а. Ага. Эти дерева, конечно, прекрасны тем, что это они меня очень сильно это самое издеваются, просто сумасшедшие, что с них возьмешь, да? Ну типа это Вовань, ну давай, на спиле, ну вывези. Ага, ну где? Ну как я сюда? Че я, блин? Вертолета бы хоть дали, чем, блин, это херней заниматься, блин, друг друга убивать с помощью этих вертолетов, дали бы дяде Вове. Он бы вот дровишки бы отсюда таскал бы потихоньку. Ну. Прекрасно они тем, что они не как хлипкие тоненькие дерева, а ветер их не раскачивает сильно. Ну, только макушки может. И поэтому это хорошо поставить. Это. Как там называется по-русски, я не знаю. Три станд, короче. Ага. И тогда сижу там высоко, гляжу далеко. Ну, иранский Байрактар запускаю. Гандоны, блин. Ага, теперь еще пушку нам найти, и потом это, может, еще немножко погуляем. Ну, что-то я нагулялся, пацаны, капитально нагулялся уже. Старенький я. Не говорил, да, я в этом фильме, что я старенький. Ножки гудят, и хватит на сегодня. До хренища я прошел. Ну, я убедился, что я так далеко трейл, наверное, не смогу прорубить. Ну, сколько смогу хотя бы на квадрике, а потом я не знаю, блин. Если бы найти бы хоть какого-нибудь это раба, вот орки, нахер вы, блин, дохнете, блин, там это. Приехали бы, я бы, не знаю, за хавчик в это, блин, утащили бы мои вот этот, блин, лабаз этот. Ну, 300 разборный вот сюда бы, блин. Я бы вам еще там, не знаю, $5 бы дал. Все лучше, чем сдохнуть, правильно же, блин? Ну, так бы хоть Канаду посмотрели тут, блин. Дяде Вове помогли бы. Шиповник, между прочим, здесь растет. Волчьи ягоды пожрали бы. Ну, блин. Сдохнуть, да хоть за хорошее дело, блин. Это что, блин, как пидоры сдохнуть, правильно, блин? За убийство украинских людей. Зачем, блин? Присылайте мне орков, блин. Я для них работы найду, блин. Трейлы проложим, блин. Ну, будет всем счастье. Фу, в воздухе такой запах гари, блин, этот пожар долбанный, блин. Так все где-то тлеет, дым этот стелится, блин. Прям аж горчит во рту, блин. Ах да, что на негативной ноте-то заканчивать репортаж? Давайте о чем-нибудь позитивном. Смотри, дерево как это, через ручей, когда ручей разольется, а ты херак по этому дереву красиво, мостик, короче, у тебя, блин. И там,
Блин, ветер выворачивает, елки-палки, блин. Какие дрова, блин, ну помоги, не пришли вертолетик, на, пацаны. Это, ну, тетя Оля любит шиповник, чай с шиповника, дядя Вова ей набрал пару горсточек. Ну, потому что это халява, пацаны, халява, понимаешь, как прийти из лесов и нихера ничего не притащить, да? А это, а в другом месте чагу нашел, чагу, вот даже не снимал почему-то, блин, пару фоток так сделал. Совсем одна трухлявая была уже, я уже не стал, я уж сволочь, конечно, я втюхиваю, блин, этим амазоном. Все подряд, блин, ну тут уже совсем, блин, гнилая была, ну нахера, да, блин. Ну одна такая более-менее, я ее срезав и на карман поклав. Блин, ну смотри, какие красивые поймы, видишь, он до следующего берега, сколько редко какая птица долетит, короче, до середины Днепра. Я думаю, лосики здесь будут гулять, почти что уверен. Почему? Потому что я следы вижу. Ну вот так вот как-то. Чага есть, шиповник есть. Крым наш, блин, мост отремонтируем, блин, черных мешков нашьем, блин, лады калины белые наделаем, блин, если надо, красные перекрасим, да? Помните, мечтали всех белых перебьем, а теперь, блин, выбираете белые лады. Что-то мы опять съехали не туда, пацаны, завязывайте нафиг. Вот это то дерево, про которое я шутил, да, что мостик образовало через ручей, выворотень, да? Видите, только я прошел вот к нему, значит, 10 шагов, и вот наглядное подтверждение, что это лосиное царство. Смотрите, ну, где-то на югах, где полно оленей, и олени таким тоже занимаются, но у нас здесь оленей нет. Это лось однозначно. Видите, свеженькие. Ну, бушевал, звал меня. А меня-то не было, пацаны, я-то не тут был, блин, а? Фигней занимался, где-то попадал, блин. Ну что, представляете, сколько лосиков здесь выросло, пока я их не тревожил. А нужны они мне вообще, а? Чего-то, блин, это... По-моему, все равно как орку Крым, так и мне этот лосик, блин, нужен. Просто по приколу. Ё-моё, пацаны, это то, о чем мечтает любой, даже самый тупой орчонок. Смотри, бобровую плотину нашел, да? Не поленился, прошел. Смотри, даже, блин, орки заполошились. Выслали байрактары свои иранские, блин, эти. Как они их называют, хер их знает. Ну смотри, а. Бобер тут работает. Хату, значит, запасает жхавчик. Ну смотри, лосиное царство. Сказка открытая, понимаешь? Над водой такой звон будет раздаваться, когда его будет звать. Смотри, какие дерева стоят, блин. Смотри, вот видишь, свежак, вот этот бобер здесь ходит. Здесь, видишь, тропа. Ага. Шныряет везде. Веточки режет, на зиму заготавливает жратву. Вот молодец, вот, блин, поэтому он у нас на всех, блин, копейках и везде бобер, понимаете? Трудолюбивая скотинка, блин, ума больше, чем у любого орка, блин. Нахер ему мобилизации какие-то, фу, блин, нахер ему гробовые какие-то. Затарится жертвой и будет балдеть зимой потом, блин. Ну, сидеть в берлоге и рассказывать, как хорошо, кому живется весело, вольготно, на прудах. Ну, красота, блин, я очень доволен, пацаны, там тоже открытая пойма, видите, это то, что я говорил, ну, поймы вот такие открытые, представляете, как разовешь лосика, ему надо обойти, там, зайти под ветер, то все, блин, это, ну, это одно, блин, да, ну, это, ну, а здесь там как тебя обойдет, видишь, куда-то, сколько открытое пространство, он уходит, и, а ты туточки, ну, ага. Блин, красота. И водоросли, он любит водоросли кушать. Там, где был в последний раз, они прямо пришли и подчикали все водоросли. Здесь тоже, между прочим, видно вот в некоторых местах. Ну, потому что буквально день-другой и это замерзнет. Вода, будет лед, и лосики оттянутся кушать веточки. Ну, вот видите, допустим, кончики. Это объеденные. Андатры здесь у нас нет в таежных таких. Ага, в других местах есть, но здесь нет. Ну, красота. Ну, а еще я очень доволен тем, что я это смогу это из, со спутников увидеть это место правильно, тогда я точно знаю, где. Ну и просто флаг поставим, значит, там. И все, как американцы на Луне, блин, так мы вот туточки, блин. Так, бреду обратно, это что мне не нравится, часто попадается волчий помет. Шакалы, блин. Ну, летом они более безобидны, они разбиваются, как-то одиночками живут там, ну, парами там. Ага. И корму им хватает. Но все равно, конечно, молоденького
лосенка они с огромной радостью захерачат. Ну, ну, зимой еще хуже, они потом объединяются в стаи и не дают лосям покоя. И тоже многих уничтожают. Это есть не очень хорошо. А в остальном прекрасная маркиза. Пацаны, а кто-нибудь знает слова Марсельезы, нет? Вы всякую херню знаете, там, блин, белый аист летит и всякую парашу, блин. А это самое, а Марсельезу, наверное, никто не знает, да, блин? А пальмовое масло любите, впрочем, да? Между прочим, блин. Шаги перемешаны с пылью, блин, и солнце сияет, как медь. А у пальмы зеленые крылья. Но пальма не может взлететь, потому что она вам должна эти пальмовое масло поставлять ненасытным, блин, баранам. Фу. Блин, тропа закончилась. Херово, блин. Волки гребаные. Мля, пацаны, чего только не увидишь, блукая по лесам. Смотри, очередная, значит, бобровая запруда, такая левенькая. Но все равно, смотри, воду держит, у капитана уровень подняли, видите? Там потом ниже сброс, хата бобровая. Молодцы, блин, трудятся ребята. Видите, березки пилят. Все кустики поспиливали. Красота, елки-палки. А там дальше, видите, еще вода. Это лосиный рай, пацаны, лосиный рай. Посередке, видишь, дерево стоит, ждет. Дядя Вогарь, поставь лобас, будешь сидеть, как тополь на плющихе. Пацаны, дожить бы до следующего года, до следующей осени, да, вот так. Чтоб здоровьечко было, и чтоб лосиков позвать. Просто охеренный адреналин, знаете. Когда ничего нету, это ходишь там каких-то там этих, как они называются, блин. Ну, маленькие такие, как воробьи, знаете, перепела. Вот народ стреляет, там улиток, там жаворонков, лягушек, там всякую херню. Ага. Когда есть зайцы, там зайцев тропят. Есть лис, лис, значит. Блин, вы так доболтаетесь, там, кажется, лось, блин, маячит. Ага. А это, ну, когда есть покрупнее, потом... Вообще офигенно, помню, когда я первых косул начал шмалять белохвостых оленей потом. Потом мечта была медведя взять, добыл, значит. Ну, потом морала хотелось, добыл. А потом лося. Ну, просто крупнее ничего нету, уже мамонтов же нету, правильно, блин, вымерли же. Ну, в России только остались, ага, мобилизационные. Ну, и это, блин, ну, лось, ну, офигенная охота просто, знаете, уже не хочется никаких рябчиков, конечно, потом херябчиков, все это, и ждешь лося, и просто, когда хрустнет что-то в лесу, блин, у тебя прям как у чекиста, блин, раз очко, так и жим-жим, и пемпорсы это напрягаются. Ну, интересная, очень интересная охота, очень чуткое животное, просто бесподобное, слышит прямо, не знаю, лучше, блин, чем эта русская бабка-сплетница, блин, какая там нафиг, а нюхает вообще лучше, чем у чекиста, блин, на бабло, нюх, блин, и попробовать такое животное перехитрить, да, когда оно здесь от дома, а ты пришел как чмо и воняешь, блин, всякими этими, блин, заморочками капиталистическими. Фу, сейчас отдохнем немножко и почапаем дальше. Думаете, легко, что ли, по болотам ходить, елки-палки? Походите, блин, а, блин. Сидите там на диване, блин. О, дядя Во, молодец. Дядя Во, сука, тут, блин, кровь проливает, блин, как в Сталинграде нафиг. Блин, это помирает, блин, тут. А вы, блин, там это нифига не поддерживаете ни долларами, ничем, блин. Пришлите орков, блин, пришлите орков нафиг. Надо мне лобазы тащить в лес, блин. Вот хорошо, когда выйдешь вот так это на звериные тропы, все по ним как-то легче. Медведь любит по таким ходить, лось, видите, оставил отпечатки. Но, сука, больше всего мне не нравятся вот эти вот гады, блин. Пометы волчьего, да хренища. Ну, блин, гондурасы, а нафиг. Мобилизации на них нету. Совсем, однако, очень слегка капитально заблудился и вышел к озеру. Вода. Отседовая дорога, знаем. Вон тут крупные деревья, потом, короче, лезешь на бугры, блин, и там будет тропинка, и потом бежишь весь счастливый такой, блин, с полными пемпорсами от счастья. Ну, елки-палки, как стоял хмельной, блин, бери с собой, дурак такой, о том, как товарищ прощался со мной. Елки-палки, блин, дебил. Там от меня ломанулся один лосик, блин.
И заяц от меня убегал, и рябчики от меня убегали. Никто меня не любит, блин. Суки такие, блин. Фу. Озеро ужасно мелкое вот это. Его бы диким рисом засеять. Видите, наверху это не лед. Это эти водоросли. Ну, окуньков я тут пару штук на крючке. Имеф. Так, ну блин, поздно совсем уже, поздно, пацаны. Если это, давай я так это зазумлю немножко, если где-то на берегу увидите лося, то мне скажите, блин, ну стрелять я не буду. Хотя бы я мог бы отсюда, знаете, водными путями, наверное. Но нафиг нужно, что я последний хрен без соли доедаю, что ли, блин. Сейчас я буду, блин, лося мобилизацию объявлять. Хай живут, блин. Стики прожил и хай дальше живут. Один древний индеец мне однажды рассказал, что он здесь давным-давно по затесам там то все по утесам вышел к этому озеру и увидел 8 или 9 лосей, а может 7. Да человек жалеть, да, блин, пусть преувеличивают. Ну, короче, эти легенды так упорно ходят среди народа. Ну а шо, конечно, смотри, вот раз это год хороший, она принесла 2, блин, их уже 4, значит. Но на следующий год опять принесла 1 или 2. А там детки подросли и начали размножаться, как орки, блин. А если мобилизацию не объявлять, то, блин, конечно, их будет дохерища, блин. Что с ними делать, блин? На всех же гробовых не напасешься, правильно? Вот от там я рыбачил как-то на том берегу один раз. Дурак старый, блин. Представляешь, влезут в тайгу, блин, с рюкзаком, с удочкой, всякой херню. Блин, товарищ Аллах, помоги, блин, а извилины мне прооперируй это, блин, чтобы я сидел просто дома и пузо отращивал, как и положено настоящему трудяге, буржую, значит. Блин, болтайте опять, там какие-то звуки, блин. Стрелят кто-то, что ли? Ну это я понимаю, заяц. А вон тот что, сама что ли? Охотит его. Рысь, блин, да? Караулит зайца. Охереть, блин. Пропустите, чуваки, блин, не губите, я засох тут нафиг. Ёлки-палки. А? Батарея в камере вздыхает, блин. Замерзла и опустела. Пока я вам про орков рассказывал, они здесь, блин, моих зайчат караулят. Офигеть. Ты мою кошку хоть не съешь, а, подруга? Так, ну ладно, мне надо ехать, хлопцы, а. Разбегайтесь. В следующий раз поохотитесь.